trains, keep my cool. I see what your color shining, shining through. Yeah, I do, well, that I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Ребята, Лариса Юрьевна херачила салаты, мариновали мясо. Вот одна из этих частей, то, что сейчас увожу в деревню. Сейчас еще по магазинам, ребят, надо что-то прикупить, потому что сразу все не поняли, вчера гоняли по магазинам. Там, сям, этого нету, того нету. Лаконцове, ребят, лаконцове как-то так. Лариска еще доделывает салаты. Кое-какие салаты нужен холодильник, в деревне некуда положить будет. В общем, сейчас еду в деревню, ребят, начинаю все готовить. Время прижимает уже, ностальгия, блин. Ну, именины, ребят, юбилей, это такой день, надо его как-то здраво все сделать. Ну и чтобы было вкусно, конечно. Жду сейчас банду свою, едем в деревню, готовим там палатки, так как будет спальный комплекс у меня. Мангалы, музыку, короче, ребят... Толком не спал. Ладно, жду братцев. Ну вот и банда, привет. Здорово, банда. Здорово, там Илюха здоровый, все здоровые. Все здоровые, да? Да заколебались Илюху ждать. Еще арабов четвертых на этих, на последних. Где там, блядь? Посмотрю на твое трезвое лицо пока. Трезвое? Трезвое. Да, вообще трезвое. Пока, пока. Все, в деревне. Потихоньку начинаем подготовку. Сейчас немножко покажу, ребят, где будем кайфовать. По-деревенски мечать. Порвем, наверное, два баяна. Ребята, на картоху упал. Красавчик у нас по музыке разбирается. Сейчас что-нибудь будет тут у нас брынкать. Так, братцы, ну что, решили именины сделать в деревне, так как хотел арендовать базу. Ну, с выходными никак ни у кого не получается. И смысл. Будет в тесноте, но не в обиде, ребят. Я думаю, сейчас будем подготавливаться. Время у нас без 20:12. В 3 часа, ребят, начнут люди съезжаться. Фух. Ладно, что, начнем, я покажу, что как будет происходить. Здесь будут у нас гости. Ну, три стола вот так поставили.
Здесь еще столы у меня свои есть, рыбацкие, раскладушка. Здесь мангальная зона. Кстати, Олег будет на мангале у нас. Вот так вот здесь. Ну, там, ребята, в траве я поставлю палаточки. Ну что, одну вот здесь, рядышком. Алтай второго. Будем конкретно, ребята, балдеть. По-деревенски. Так, ну что, обязательно полы. Алтайчик готов. Завтра дождь будет? Ну да, сегодня бы не надо. И все, короче, по молнии пошел. Братцы, готов. Палаточный городок у нас. Три палаточки. Алтай 4x4. Китайская и маленькая. Мы выглядит всем одинаково. Так примерно налью, да? Сразу. Давай. Папунерище. Не называй мне. Как? Нет, ты уже тогда писанулся, все. Давай, разминочка. Разминочка. Ребята, можешь грядочек покажу. Вот картошка у нас пошла уже. Мамкин парник. Вот там картошка, там картошка. У нас на севере, ребят, немного все позже. И только осенью мы будем кушать урожай. Вот так вот. Ну, все нормально. Как бы стараемся сажать, чтобы кушать всю эту зиму. Гости, ребята, едет кореш, однослуживец. Сейчас буду встречать. С ним отвоевали. Пеняйки, сука, младший сержант прибыл, блядь. Просто расположение. Вот моя казарма на сегодня. Внимание, кто будет, ёпки. Лёха стоит. Шоу, блядь, только так. Давайте, я еще. Лёха, за тебя. А нет, не надо, я за твое здоровье. Давай. Чтоб себя не уходил. Что это, ребра? Ребра бараньи, да? В масле? Давай. А мы знаем, что мы едем. У меня лично посуда своя, я его не пользуюсь. Да ничего пока непонятно. Так, Илюх, сегодня что гостей угощаем? Свининой? Мясо, да, свинина. Обязательно, как бы шашлыка, день рождения, да что? Рыба тоже будет? И рыба будет. И мясо будет, вон там ребра уже, видишь, пожарены. Мясо будет по бане. Что, брат, чем занимаетесь? Делаем вещи. Вещи, вещи. Морскую рыбу сегодня ездил. Во, рыбаки, да? Своей нет, блин. У меня есть морскую. А порви, братан. Эти пакеты выкинем сразу, да? Конечно, конечно. Зачем? Так, тут две партии придется походу коптить. Да, да. Потому что или так положим, наоборот, чтобы она вот так была. Не пузом, да, вниз? Ну, делай так, как думаешь. Просто пузо вниз, она прилипнет, и потом все останется. Положим ее по-красивому сейчас. Опа. Ай, как раз влезет, тут три штучки. Четыре тоже, блин, жеребёха не влезет. Да, растянешь, они небольшие. Кстати, раздел. Слышишь, кстати, раздел, знаешь, что было внутри? Чё? Килька. Килька, да? Да, жрёт. Хищница, да? Да, хищник. О, красота. Все, красота. 20 минут, да, Люк? Да, где-то ловил щуп. Все, братцы, все готово, в принципе. Мангал сегодня на Илюхе, на Олеге. Метра на 20 сантиметров. Ждем гостей.
Ух, это все-таки тяжело, ребята. Ждать гостей, блин, готовить. Что-то собирать. Ух, мощно. Ну ничего, вечер посмотрим. Ждем гостей, ребята. Вот, ребята, детки мои приехали. Все, огонь. Привет. Ну что, ты приехала? Просто сказать, с наступающим надо, да? Ух ты, привет. Классно. Вот это классно, да. Спасибо тебе большое. Надо в холодильник поставить. Да? Да. Вон, сейчас бабушке скажем. Это папе? Да. Давай рассказывай, что такое. Открытка. Открытка? Это вот мама, это ты, это тоже ты, это я. Это ты, да? Спасибо, зайка, спасибо большое. Давай поцелуемся. Спасибо, дочь, большое. О, открытка дочь сделала. Молодец. Я подумала. Ничего, вкусно? Да. Привет, Юра. Готовила, надо же что-то и поесть. Это, кстати, в масле, когда картошку сделали, потом там запекли. Вот эти ребра Ларис в масле пожарил. После картофана. Да, это масло. Он на камеру снимает. О-о-о, это самая гвардия идет. Да. С наступающим. С наступающим. Ой. Порубай. Из одного дня юбилей. Это тебе. Давай, пойдем. Все, проходим. Тепло и уютно, как дома. Кирюха не сможет приехать. Я знаю. Товар бы привезли. Да? Да. Нет, он хотел сегодня. Но бы товар привезли, так что это. Спасибо огромное. Давай. Тогда мы сейчас это, подожди, камеру не убирай, тоже задарим тебе. Я первая, что ли? Илюха там, да, я первая гуляю, подарила. Там подарки-то не дают, да. У Ларисы уже рюкзак стоит. А, да. У Кирюши открыться. Так это тебе, братан, чтобы ты был выглядел красиво, чтобы Лариса с мамой тебя любили и дети. А я же бородатый. Да. Это тебе так, на приколюху, чтобы брал там свои специи. А это, чтобы ты в пути меньше ломался и было чем сделать. Давай. Спасибо. Неси. Все, падаем. Неси мой наш, неси. А это тут еще тоже прочти. Проходи сюда. Жизнь прекрасна, брат. Жизнь прекрасна, да. Открой, открой. Держи, брат. Просто открой, посмотри. Это заначка на черный. Они настоящие. Нет, я сейчас грубо выложу. Настоящие. Сейчас по долларам, да? Бра. Заначка. На черный. Да? А? Люк, созрел? Да. Давай, потри. Давай, матушка, буду убирать уже. Блин, на солнышке сегодня будем, да, сидеть, балдеть? А не то, как уголь, да, угли будем. Это по спине. Ого, смотри. А это под катушки. А это тебе, да. Там же надо. Да. А это Андрюха, будешь класть сюда. Это сюда будешь в спине делать. Ну, сюда катушки, поездку. Спасибо. Нормально, Андрюха? Поездка вообще классная. Я тебе говорю поездку. Мамонь, спасибо. Давай. Спасибо. Юбилеем, Андрюха, спасибо. Позволь пожелать во всем тебе везения, чтоб неудач не знать. Пусть все ветра беспутные. Ой, нет. Попутные. Беспутные. И добрые пути. Братик мой. Братан. Здорово, родной, здорово. Блин, брат, что-то подарил, короче. Ладно, потом расскажу. Дядю, привет. Давай. Что, погнали к столу? Камера, мотор, хлопушка. Что, Андрюха, поздравляю тебя с наступающим. 30 лет это уже. Здесь только начинается. Только 30 лет сроку. Здесь только начинается. Самый разгар. Да, здоровья, хорошего контента, который надо искать, постоянно сам знаешь. Вот. Ну и небольшие подарочки. Это тебе, чтобы ты знал, когда стоит ехать на рыбалку, когда не стоит. А что это, покажи? Барометр. О,
Не, Андрюх, это. Андрюх, это давление с бадуна мерять. В голове прикладываешь, или лбом упираешься, когда он сильный. Самое главное. Это для сугрева на рыбалочке. Вот это полезная вещь. Это тебе. Я вспомнил и забыл. Ну, тут сладости, жене и детям. Спасибо. Никого не забыл, какой молодец. Счастья и благополучия, конечно, чтобы вокруг тебя всегда были твои верные друзья, чтобы близкие были здоровы, не болели, да, и всегда во всем тебя поддерживали. Спасибо, Танюш. Как с таким рыбаком болеть? Он же у нас рыбой кормит. Нифига, ты видал, ты понял, брат? Ну, блин, классно. Андрюха, а я тебе мешок подарил, а ты почему не показал, не залез в него? Показали. По размеру ли? Вот это да. На следующий год, да? Красивые. А что пустые-то раздаешь? Ты хоть с мясом раздал. Как сабля. Вот и ручки. Вот это красотища, да. Надо это, вот, надо потом мясо так прямо вот так. Мясо надо. 200 грамм, 400 грамм, 600 грамм. Килограмм. 35 будет так. Да, да, по-любому. А что, штаны не приспущены? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, наш дорогой Андрюша! С днем рождения тебя! Андрюша! Смотрю, нет, если спрашивают, не знаешь, не Всем привет, меня зовут Владислав Шевченко. Я друг Андрея. Вот. Сегодня приехал поздравить Андрея от души. Поздравить его с днем рождения. Ему 30 лет. Я его люблю. Я его уважаю очень сильно. Вот. Желаю ему самого великолепного, самого лучшего, самого нормального. Чтобы он был. Ну что, товарищи, ну как-то так, отдыхаем, палатки, новый Андрюхин транспорт, там родственники, друзья, товарищи, дети, как-то вот так. Хочу сказать за этого человека одно, многое он мне дал в этой жизни, со многим познакомил, многое пожелал в жизни, многое я за счет него увидел, классный тип. Как говорится, жизнь штука такая, что она близится к краю. Блин, все спонтанно, знаете, все так онлайн. Андрюха дал камеру, говорит, что-нибудь скажи. А что? Я скажу прямо, врать я не умею. Не учили родители, я учу своих детей. Дрюня, вот такой человек. Правда, мы с ним начали общение немножко так-сяк, но мы зато этим плохим общением проверили, кто из нас что весит и знает. И теперь мы друзья першие. И хрен нас то разъединит, ребят. Андрюха, вот такой человек, я вам скажу. Я вот у него в гостях, посмотрите, сидят гости, празднуем у Андрюхи 30-летие. И это классно. Ох ты, братик, ты дымой. Ах ты красавец, бля. Здорово, ты так хотел меня посмотреть. Пока наступающим. Спасибо, брат. Много чего не скажу. Бля, да поснимай этого транкер твой. Чё взял? Ребята, смотрите. Ёпа-мать, вот это аппарат. Чё, жукает, да, брат? Красота. Братцы, смотрите. Ёбаный насос.
Нет, я не знаю. Сегодня 30 лет, родили меня на свет. В этой иголочке я одет. В этой иголочке не та была. Да-да-да, иголочка, она была. В этот день 30 лет. Я говорю, я не помню, давай после другой гости нормально. Так давай пой, ёпкозом, а ты, блядь, свинок. Ты вообще хочешь откуда, блядь, горы? Мне сегодня 30 лет. Давай, поехали. Поздравляю тебя с днем рождения. Тебе сегодня исполнилось 30 лет. Ты переступил третий десяток этой жизни. Этой непростой жизни. Но ты вроде бы совсем справляешься. Ты молодец. Помню тебя, как ты бегал за мной вот таким маленьким. Ита, подожди меня, Ита, возьми меня гулять. А сейчас уже сидишь такой кабан. Всего тебе самого хорошего. Не забывай своих родных и близких. Доброй ночи, ребята. Друзья! Друзья здесь! Движуха продолжает. Это за Андрея на 30-летие. Салют, фейерверк. Все по красоте, ребят. Давай, пошлите, брат. Давайте. Мы туда, Дрюня тут. Все по красоте. Давай, брат. Проснулись больные. Пицца, ребята, пицца. Погнали далее. Девочки расплетаются, заплетаются. Спали в палатах, ребята. Я вон там, Илюха где-то там. Короче, все занято было, ребята. Нормально, все добро. Сейчас будем уху варить, наказание. Никого надо. Бросай его, дурака. Она тебя успокаивала. Я, конечно, тоже. Конечно, два раза. Илюхи. Что, дочь? Можно как? Было бы расстегнуть вот так вот на края. Ну да, можно было. А можно вообще туда? Давай внутрь залезем, дочь. Давай. Только это. Наушиться. Ему рыбы. Рыбы побольше. И картошки. И бульоны ему еще дай. Бульоны, да. А бульоны мы отдельно сейчас нальем, слышишь? Пускай так пьет. А это кушает. Уйди, блядь. Че, Юрий, ну как? Уйди с ним, нормально. Блядь. Вкусно? У тебя, блядь, не мать твою, блядь. Олег, как тебе? А? Как? Вкусно? Очень. Все, Серега надо добавок, да, брат? Ну, ребят, ты че? В деревне начинается страх. Будем пугать народ. Достал колесницу свою, Илюхе на машину прицепил. Сейчас, ребятки, будем гонять. Магазин сгоняем и на речку поедем. Че? Че нам? Ну, брат, погнали на колесницу. Все, полетели, братик. Ребят, ты что, пожалуйста? Че, брат, нормал? Вообще, охуенно. Так еще никто не катался, слышишь? По-любому, блин. Братцы! Братцы! Батьки, здорово! По понтону идем! Красота! Красота, да, брат? Сейчас пойдем. Так, брат, что, проходят наши будни праздниковые. Едем на пляжик. Будем балдеть. А что, нормально, да, братан? Колесица идет? Вообще охуенно. Очень классно, ребята. Катаемся, балдеем. Тайга, ребят, смотрите, красота. Она говорит, тебе не телефон. Да. Сейчас зайдем на пляж, прям сейчас на пляж зайдем. Че, Илюха на Ниве, че, нормально. Бля, братцы, с такими колесами вообще можно двигаться хоть куда. Вот он, пляжик, ребятки. Огонь. Не, на Ниве, да нет, братан, нормально все. Немножко буксует, немножко буксует. А, сейчас на пляжик сюда выйдет, нормально будет. Ой, братцы, водичка. Добрались, доехали.
Огонь. Да, на севере прохладно у нас, конечно, но можно подырять. Ух, братцы. Огонь. Огонь, огонь, огонь. О, летит, летит. Ах.